Тыкву очищаем от кожицы и от семян. В очищенном виде получается 400 граммов тыквы. Я ее потру на крупной терке. Два яблока среднего размера очистим от кожицы. И тоже потрем на крупной терке. К тыкве и яблокам потрем цедру половины лимона. На лимонке трем только желтую часть, белую не трогаем, оно горчит. Также отожмем сок с половинки лимона. Перемешаем. Следующий ингредиент – недоваренный рис. Рис лучше брать круглый, в сухом сыром виде, полстакана 100 граммов. Рис хорошо промываем. Рис варим недолго, 7 минут будет достаточно. Состояние этого риса можно назвать альденте. Дальше возьмем 2 яйца. К яйцам добавляю небольшую щепотку соли. Также добавляю 3 столовых ложки сахара. Если сахар не употребляете, просто не добавляйте. Кто сладкоежка, насыпьте больше. Для прекрасного аромата добавляю 2 чайных ложки ванильного сахара. Все перемешиваем до полного растворения сухих продуктов. Выливаем эту ароматную смесь к тыкве с яблоками и все хорошенько перемешаем вместе. Дальше подготовим форму для запекания. Просто смажем ее сливочным или растительным маслом и переложим сюда продукты. Распределим и уплотним. Сверху по желанию добавим пару столовых ложек сметаны, чтобы при запекании образовалась красивая корочка. Отправляем эту красоту в разогретую духовку запекаться при 190 градусах. Через 40 минут наш вкусный и полезный десерт из тыквы и яблок готов. Правда, это вкусное блюдо подойдет не только на десерт, но и на завтрак или ужин. Готовьте такую вкусняшку, если рецепт вас заинтересовал. Подпишитесь на канал и жмите колокольчик, чтобы видеть простые, вкусные, новые рецепты. Ставьте лайк, пишите ваше мнение в комментариях или просто оставьте смайлик в комментарии. Я желаю вам здоровья и отличного настроения. Увидимся, как всегда, в следующем вкусном видео.